Собрать мой значок? Почему? Спросила женщина, называвшаяся доктором. Она стояла перед обездвиженным креслом. Ее длинные светло-зеленые волосы были небрежно завязаны сзади. В обездвиженном кресле сидел солдат Мотылька. Солдат Моз. Выглядел он бледным и нездоровым. Таких больных сюда в последнее время поступало много. Доктор вот-вот должна была найти их общие черты. Ей было неприятно, что ее прерывают такими пустяками. Кроме того, ты обязательно должен носить противогаз. Ты из какого подразделения? Ты новичок? Позади нее неназванный сотрудник был полностью защищен. Незваный сотрудник был полностью защищен, не обнажая ни дюйма на коже. Это выглядело забавно, но любой, кто хоть раз побывал здесь, знал, что для того, чтобы войти в лабораторию в одиночку, требуется огромное мужество. Произошло изменение в политике использования значков, и все пронумерованные значки должны быть переработаны. С этого момента на значке не будет номера. Что? Что касается маски, безопасность превыше всего, доктор. Доктор оценила незнакомца, но ничего плохого сказать не могла. Отлично. Больше вопросов она не задавала. Она подошла к своему столу и обыскала один ящик за другим в поиске значка. После 19 дисциплинарных взысканий, она наконец добралась до значка с номером 1 на обороте и сдала его. Спасибо за сотрудничество, доктор Мёбиус. Новый значок прибудет в течение недели. Ждать. Прежде чем сотрудник обернулся, доктор остановила ее. Его. Не держите меня за дуру. Я не уверен, что вы имеете в виду. Я знаю, что вы все пытаетесь что-то скрыть от меня. Вы придумываете все оправдания в мире, чтобы держать меня в лаборатории. Но мне не обязательно что-то видеть, чтобы знать это. Второе извержение Ханкай. Как дела? О, так ты хотела спросить об этом. Дела обстоят не очень хорошо, но это временно. Насколько я знаю, очаровательная и сильная девушка только что присоединилась к МОЗ в качестве бойца. И я верю, что она станет ключом к разрешению кризиса. Где она сейчас? Ах, мне нужно подумать об этом. Она прямо сейчас подает заявку на получение собственного значка. Да, уникальный значок. В конце концов, ей нужно одеться для своей дебютной миссии. Не волнуйся, она скоро будет на передовой. Я обещаю.